Молдавия прошла финал Евровидения. Наталья Гордиенко в эту субботу, 22 мая, будет бороться за первое место в конкурсе с исполнителями из 20 стран. На пресс-конференции после второго полуфинала Наталья Гордиенко заявила, что ей удалось поставить мировой рекорд. Последнюю ноту она держала 17 секунд. В истории конкурса такого еще не было. Самая длинная нота, исполненная на Евровидении до выступления Гордиенко, длилась 13 секунд. Это было в 1992 году у представителя Мальты. Во втором полуфинале участвовали конкурсанты из других стран бывшего Советского Союза – Грузия, Латвия, Эстония. Но финал прошла только Молдова. По итогам выступления Гордиенко заняла третье место. В финал из второй подгруппы вошли 9 стран – Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция и Финляндия.